понедельник в Самарской области ясное небо и без осадков. Днем плюс 26, плюс 29, ночью 18-20 градусов выше нуля. Северный, северо-западный ветер, скорость 1-3 метра в секунду. Сызрани ясно, днем плюс 29, ночью плюс 19 градусов, северный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем плюс 27 градусов, ночью 20 выше нуля, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре безоблачно и без осадков, днем плюс 27 градусов, ночью 19 выше нуля. Ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%, температура воды в реке Волга 22-23 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.